пап. Мам, привет. Мам, у нас не получится завтра. Привет, пап, это я. Мы больше всех были расстроены в прошлом году, я тебе уверяю. Мы не сможем приехать завтра на Рождество. Каждый год Брэд и Кейт проводят выходные вдали от своих семей. Самолеты не прилетают и не улетают. Не может быть. А в дочерних компаниях? Мне очень жаль. А в сыновья? Нет, нету. А может, в компании первой жены, третьего мужа, сестры? Но в этом году... Куда собираетесь на праздники? Они будут вынуждены отпраздновать... Привет, мам. Это мой отец. Они видели нас в новостях. Рождество со всеми. Отлично, он крепко обнимет тебя, когда увидит. Не буду я никого обнимать. Он весь в предвкушении. New Line Cinema представляет. Нам надо прорваться через 4 Рождества как можно быстрее и безболезненнее. С Рождеством, мама. Привет, пап. Рад видеть тебя, мама. С Рождеством, пап. Тебе. Кейт, это мои братья Денвер и Даллас. Ты, наверное, девушка Орландо. Орландо? Мы все названы в честь городов, где нас зачали. Это отвратительно. О, боже. Четыре семьи. Брэдли, я не собираюсь заменить тебе отца. Я лишь надеюсь стать твоим другом. Ты был моим другом. Ты был моим лучшим другом, пока не начал спать с моей матерью. Это слишком странно для меня. Один день. Это ты? Мам, ты поставила ее в рамку? Я люблю эту фотку. Да ты тут как бомба. Я заедала свои обиды. Похоже, много плохого у нее было. Пощады не будет. Ты оставил меня на батуте умирать. Я думал, ты машешь мне рукой, типа все страхи позади. Скажи, пожалуйста, как я мог догадаться, что это значит, что ты молишь о пощаде у четырехлеток? Как можно по-настоящему ценить кого-то, пока не поймешь, кто он на самом деле? Мои братья — участники рукопашных боев без правил. Терпеть, солдат, терпеть! Маленький сынок. Все, что им нужно на Рождество... Надо просто это отрегулировать. Тяни на себя! Перебор. Это четкая стратегия. Винс Вон, Риз Уизерспун. Привет. Это Джейсон стрельнул в тетю Кэрри. Четыре Рождества. Меня надо на воздух. Я не могу дышать. Я сейчас тоже.